дежурную часть 2-го городского отдела полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу обратилась местная жительница с заявлением о краже мобильного телефона в супермаркете на улице Белорусская в Одинцове. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. По подозрению в совершении этого преступления задержан 45-летний местный житель. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.